Всем привет, мои зрители! С вами Никита Блуд и Манго. Манго. Сегодня мы проходим карту от STX, она у него вышла недавно. Кооп Mission Rage. Да, ссылку оставлю в описании. Так, пора начать. Так, 300 хп, язык русский, субтитры, да-да-да. Все, старт, поехали. Го. Так, мы проходим первый раз. И тут довольно-таки неплохая атмосфера и анимация, вообще не желаю. Все, тут сейчас, наверное, что-то будет. Надо помолчать, наверное. О, пацан, отлич. Кто школьник? Кто они? Новые заключенные? Да, привел их сегодня. Смотри, тир. У нас кончается еда. И делиться с ними я не собираюсь. Что мне делать тогда? Избавься от них. У меня есть идея получше. Ситуация полное дерьмо. Наш замок только что был захвачен, и скоро они будут здесь. Шансов выжить почти нет. Но если вы поможете нам отбиться, то... Что за хрень? Приготовьтесь! Что? Ничего не понимаю. Ой, я твой... Ладно, не забей, короче. Нихуя. Привет. Пацан, ты кто? Драугер, что ли? Ты... его... не найдешь. Найду. Ой, пизду. У нас небес, надеюсь. Иди нахуй тебе. Да, я конец. Ох ты. Че, ты исчез, что ли? А, замок типа открыть ножом или... А. О! Я открыл. Так, подожди, стой, я не там дал бы, ладно, обычно. Я походу ты просто систему, да, потому что. Руки мои, блядь. Вот. Так, чё, кого? Может, трупы чё? О, монеты. Монеты. Опача, книга. Что с ними делать надо? Я не понимаю, как ты, блядь, просто раскрыл, ничего не понял. Так, минуточку внимания. Сверхразум, часть первая. Основана на реальных событиях. Однажды один маленький и очень неопытный киберспортсмен устроил себе 20-часовую тренировку в своей горячо любимой игре World of Tanks. У парнишки было все, чтобы стать прогеймером. Желание, страсть, усидчивость. Но как и у нашей огромной и бестолковой, как и у мамаши страны, у парнишки было всего две беды. Он не сидел и не служил. Для службы он в армии был слишком аутистом, а совершать преступления ему запрещала мамка. Чего, блядь? Один прекрасный денек, не такой нахуй прекрасный, как танки, пишет ему друг, мол, возьми мой аккаунт поиграть на недельку, я уезжаю за город и играть не смогу, а там голдовые серебряные танки 10 левела есть. Всё, я понял, короче, блядь. Чел просто обомлел от радости, взял аккаунт и пошел играть. Но, как оказалось, друг его просто обманул. На самом деле он позвонил ментам и сказал, что они спиздили аккаунт в танках. Обманщик. Когда менты приехали, они сказали, танки это святое, и предложили ему подать в суд за кражу интеллектуальной собственности. Он так и сделал. Чел запустил следующий бой, заехал в кусты, чтобы закрыть, и тут к нему в квартиру ворвались судебные приставы, дали поебалу и потащили в суд. Суд приговорил челам 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Почему так много? Судья просто не поверил, что человек будет подавать в суд с какого-то игрового танка и решил, что стало быть, он украл настоящий и дал ему 20 лет за похищение настоящего танка. Очень интересная true story, на самом деле. Мне понравилось. Сейчас прочитаю, вот смотрите. А, заебись там слева. Пизда, карта большая, все дела. Короче, поставите паузу, прочитайте, если вам так нужно. У тебя, короче, пиздец только что творился, я молчу, пошли дальше. У тебя тоже... Что ты пооткрывал, блядь? А чего ты не открыл эту хотень? Какую? Ну вот, блядь, там где глок. А, блядь, я не видел. А ты с чем бегаешь? Ни с чем. Какой глок? Вот глок. Ты играл тут или что уже? Что? Ты играл на этой карте или что? Нет. Да как ты знаешь, какой нахуй глок? Ну вот глок, я смотрю, блядь, он же... А, блядь, я понял. Дэцл. Не знаю, я не заметил просто. Ну тут ящики, а он там с виспом ящик. А, ну сейчас с тобой. Так, опача, что тут у нас? Что это? Чё моргаешь? Опача, череп. О! Знакомый череп, кстати. Что это? Что это было? Череп. А что здесь? Ну, написано. Это что-то музыка стрёмная. Бля, чё, кто это? Иди нахуй. Чувак, что нахер? Пошёл нахер, нахер, нахер. Ау! На-на. Фу, блядь, ты чё противно. Так. Ладно. О. Так, ух ты, блядь. Парень. Нашел. Иди
сюда. Стены ворот. Я не вижу, блядь, свои ноги. Лол. Так, подожди, тут что-нибудь есть? О, бутылка воды святой. Где? О. О, рычаг. А чё он открыл? Мост? А чё на красный свет светиться не могу? Типа, если хп не было, то туда можно открыть. А что, ты дверь открыл? Как... Да, какая-то вон вверху. Чем ты её открыл, блядь? Да вон рычаг, блядь. Так. А, вон. Ну, окей. Опа. Деньги. Что там? Ящик. Опа-ча. О, ТЗ-шка может взять. Хотя, блядь, похуй. Возьмем ТЗ-шку. Почему бы... Блядь, давай, серьезно? Давай, давай, непонятие. Даже не прыгнул. Что, поднимемся по надо? У нас здесь, короче, какое-то особенное время. Бля. У нас, короче, есть определенное время, чтобы запрыгнуть, как я понял. Потому что так херня закрывается. Так что я попусту. Понял. Так. О, хуя, смотри. Что такое? Ты смотри, блядь, не застрянь там где-нибудь. Изи. И что дальше, как этот мост пропустить? Стреляй по нём. Смотри, там нож, смотри, на камне нож какой-то. Может, с ним что-то связано? Какой нож? Вон на камне, странно очень, да? О, лол, нож, реально. А к чему это вообще? Да я не знаю. Типа надо нож взять, кинуть нож, куда кидать нахуй? Бля, та херня закрыла, что делать? Блядь. Ладно, я сбегу открою. Ты куда-то подумай, что делать. Может пострелять чё куда. Смотри, соответственно. Мост, посмотри, ни на чём он не крепится. Ну, вон какая-то палка сверху. Хуй его знает, попробуй. О, блядь, реально. А, получилось. Сука, демон. So easy, good. Проклятый, блядь, сука, фашист. Сейчас мне страшно. Прыгаем, давай, давай. Опа, на. Парни, будете знать. Как такое? А, что, камень? Не страшно. Тут какие-то надписи? Find the code. Так, ладно, хуй с ним. О! Я, блин! Бей! Как, чем? Да он не убивается, он не убивается. Блин. Да иди, что с тобой делать? О, С. А, все? Бил? Да. Блядь. Ящик стоит. Блядь. О, еще один даун. Бля. Как испугался, бля, иди ты нахуй, я не хочу жить просто. Отлично, нахуй, сука. Так, дальше. Фу, я себе что-то куда-то... Ой, там идут. Да. Нормально, блядь. Чё? Не может быть, так просто, блядь. Да, ну? Мне страшно, что я сейчас залезу на всякий случай. Блядь, мне даже нечего сказать. Мне страшно просто. А это что за хуйня? Не знаю. Ну охуеть. Пизда, ты чё это? Так, в общем, в тот раз вы как видели, нас немного не получилось, потому что мы не знали об этой херне. Даже сейчас мы перезапишем. Так. Блять, ну как вот эта пила, ну что с ней можно сделать? А, подожди, короче, два, сначала идти, потом она появится, мы назад убегаем. Нож в руки возьму, блять. Пизда, мне страшно. Давай, иди. Ладно, прибегу, просто прибегу. Тут пидор какой-то. Всё? Вот, наверное, просто повезло нам этот раз, я не знаю. На, сам, короче, меня. Я уже заебался. Да, бля. Ещё нет? Тоже. О. Опять дробоченский. Что там было? Дробик. Я как хохол сказал. Что там было? Что там было? Места. Зачем? Не знаю, мало ли.
Ну и как тут выжить? Я не понимаю. Просто падаешь вниз куда-то. Как ты выжил? Ты просто, я и шел, я в ахуе, ты просто, блядь, взял, упал, и какая-то деревянная доска появилась, блядь. Ладно, может там какой-то чемпоинт есть или нет? Я там дальше пробегусь. Я не знаю, где он. Смотри, он справа, видишь, какая-то хуйня. Где? Где справа? Он там? Да нет. Блядь, иди нахуй. Не понимаю. Вот тут справа. А, это. Я хуй знаю. Ладно, просто перебегу, блядь, здесь, потому что хочется там находиться. Аккуратно, потому что пиздец, когда может твориться. О, там был кто-то, да? Стоп, подожди, тут текстурка мелькнула. Я тоже заметил что-то. Да? Съебался пугай. Все? Ладно. Что? О! Появился? Да. Где появился хоть? В клетке. Так, что тут лежит? О, юмб. Что сделал? А, походу надо было специально так, чтобы один знак кто-то умер. Нет, еще дура. Вот а, это, ну да, походу. Кстати. Это где надо? Опа, чё, да, да, да. Хилочка. Вот у нас сколочная гранаточка. А там, что, мне страшно. Никак. Блядь, что? Хуяси! Пизда! Ты куда пошел? Хуярит. Подожди, меня тут хуяр какой-то хуярит, блядь. Он меня откинул, я улетел а просто пошел? Меня. Я улетел куда-то, я не знаю где. Я просто вперед. Никит! Блять! Что ты сделал, блять? Блять, тут пищи чувака! Пизда, блять! Пошел ты нахуй, чувак! Это арена какая-то, слышишь? Блять, о, это босс, что ли? Блять, меня. Блять! Почему я? Никит, блять! О! Блять, я просрался, я короче, прикол в том, что сейчас был телепорт, и мы просто возродились на месте, там, где мы были. Соответственно, все. Ой, подожди, стой, я что-то выкинул. Так, я начал запись. Так, прикольно, да, кстати, там телепорт такой был, короче. Мы вообще не ожидали, конечно, что это не ожидали. Замок. Так, я его взломал, так и есть. Он вообще не открывается, но. Юм. Да ладно, что-то не получается. Может мне? А? О, хорошо. Да. Все, погнали. У меня только молотов есть. Так, аккуратно на этот раз, блядь. Ну, и что, как тебе? Нихрена он меня кинул. Я, кстати, его вижу. Или это не он?
Я не видел. Где? А, вот вижу. Я в шоке. Блядь, это пиздец. Вон он, бежит на тебя. На меня? Слева. Я что-то не вижу. У меня туман везде. Почему я его не вижу? Вон он стоит. Там не пистолет. Он достает оттуда. Я знаю. А ты куда бежал? Налево. Может, меня не слышит? Беги, беги налево. Уже поздно. Стреляйте. Боже. Сука, все. Охренеть. Пизда, что за повод? Спустя 20 минут просто. Там клеток нет случайно? Если быстро, что меня сейчас что-нибудь тут раз... Подкрывай все. А ты видишь, как я открываю? Не. Убит он. Лол. Монетки. Ну капец. Кумыс. О. Книга. Я прочитаю. Блять, мне не видно. Справился на зону его посадили в камеру. Ну, короче, в общем, вы поставьте паузу, почитайте. Скорее всего, маленькая дыра в стенку. Какая-то штука взяла. Чё, мне нужно вниз прыгать, то есть, или что? Я не знаю. Что мне делать? Зачем сюда пришел? Только туда не иди, иди по прямой теперь. Вон туда налево иди. Мне тоже да. Кажется. Блять, это вообще не ожидано. Дичь, сука. Аж страшно стало. Да. Просто убежать было, можно было бы сюда. Или там дверька закрыта была. Ты появился? Нет. Чего ебаны? Это не меня бесит эти пацаны. Да ничего, что какие-то. Блять. Это станиская хуйня. Блять, тут хуйню не люблю, так я могу. Налево. Так улыбается, смотри. Блять. Ну ладно. Говно вопрос, не знал. Что? Блять, ты на какую кнопку вы? Е, на Е. А, стоп, он их не трогает. Блядь! Нет, пожалуйста, не умирай. Возьми бизон. Сука. Молись, чтобы этой штуке была хилка. Бля, я в шоке просто. Мне сказать нечего просто. Фамас. Ах, фамас. Фамас, фамас, блядь. Э-э-э! Блять, у меня здесь хп медь, удар. Боюсь, чтобы я возродился. Выстрелил эту штуку, не знаю, мне страшно. Это кристаллы. Нажми на Е. Странно. Блять, ну появись-то я, блядь. О! У меня хп до сих пор попал. Пока у меня все темно, я ничего не вижу. Так, ты где-то в той стороне. А я не знаю, ох, нихуя я наверху вообще. Ты мне нужно рычаги какие-то нажимать. Ну как мне выйти отсюда, слышь? Стоп, мне надо в воду прыгнуть? Я слышал дерьмо. Аллилуйя! Блядь! Сука, чмо! Блядь! Где? Они там в воде. Так, КП снимают, 50, прикинь. Сука, дичь. А тут потом бесконечно, как я понимаю, да? Нет. Окао. Вот дохуя рычагов, мне не нравится это. Интересно, ты без меня сможешь пройти? 50 хп? Я с 10 вообще прошел. Ну где все нажимай рычаги. А-а-а. Нихуя. Тут что-то какое-то послание, мне кажется. Блять, слишком светло. Нихуя не. Иди ты нахуй, иди. Так. Да нет. О. Хуя себе. Блядь. Они взрываются, ты слышишь? Нет, не слышу. А им? Что ты чё? Вот точно на ножах сыграть. Он убежал. Стекло. Давай иди. Ебануться. Мне страшно. Мне теперь не страшно.
О, книга. Опять книга. А, в тот раз нож был. Да, да. Вот, сука, не дай бог у тебя, чувак, ничего не будет, тебе пизда. Стой! Блять! Не иди налево! Это ловушка! Не верь ему! Беги сюда, быстрее! Не иди налево. Поверь мне! Не иди туда! Давай сюда, пока не стало поздно! Пошел он нахуй. Слушай, направо, иди нахуй. Пока не стало поздно. Мне страшно, мне сердце колотится, пиздец. Кристалл взорв. Ха-ха, вот идиот. Ей, пизда, тебя наебали. Беги сюда, быстрее. Ну я бегу еще. В смысле? А что мне делать? Ты че, ты долбоёб? Что за херня? В смысле? Сейчас я тоже чувствую взорвусь, блять. Я не могу так просто живым здесь остаться. Тут, походу, нельзя вообще. Блять. Тут, наверное, все от тимплея зависит. Да, походу. И, а, я понял, надо, наверное, двоим было по левому и правому этому идти. Не знаю, мне кажется, мы двоим бы сдохли. Слушай, мне не нравится это, блядь. Не нравится, что я умираю, вообще не играю, блядь. 7 раз сдох. Я не знаю, как это прокомментировать. Может, я не буду, пожалуйста. Ладно. Тут, залезь, короче, наверх обычно. Нет, что-то ловить, походу. Как я тебя залезу? Не знаю, справа, может, когда-нибудь лестница. Я просто прямо пойду в лес. Залезь в дом. Да, меня тут, блядь, не взорвут, не убьют, не зарежут. Не знаю, воруй. О, блядь, геморрой. Сука. Дичь. Ты гонишь, блядь, или что? Стикс, блядь. Да ты... Иди нахуй. О. Юм. Нормально. Справа бабки возьми. Не знаю, положи. Я не знаю, куда мне идти, не стрёмно, блядь. Ну что, положить на место, сука, это, блядь. О, нахуй. Ладно, вообще, блядь, я ничего тут ловить не буду, походу, потому что, блядь, мне не особо. Не, блядь, я знаю тебя. Ты, блядь, оборвёшься, там пробовать будет там 200 демонов с половиной, блядь. О, так, нихуя, да, я ради этого сюда пёрся. Сейчас мы грабим. Пожалуйста, там, можно там будет какая-нибудь... Калаш! Пошёл ты нахуй. Воду прыгни, наверное. А где вода? А хуй знает. Темно, блядь, нихуя не вижу. Блядь! Нормально. Я просто соскользнул. Ааа, бля, я понял, стоп, давай. Первый нож. Е, зажигай. Потом книга. Какая? Это вот, да. Потом, наверное, сиськи. Яблоко. Нет. Стой, тихо. Слышишь, чмок? Блядь. Назад. Огонь, ой, нож. Короче, все по порядку нажимай. А, нет, стоп, подожди, это ты угадал. Потуши это, нахуй. Нажми на Е. Не тушится? Хорошо, давай нажимай на нож, иди. Второе. А, то, что мы проходили. Да, просто. Да, второе. И четвертое. Сиськи сейчас. Они идут, когда я правильно делаю. Отлично, ребят. Книга, яблоко, нож, сиськи, мы угадали. Теперь мне страшнее. Давай проходи, может, я появлюсь, блядь, а то я заебался уже. Ты, конечно, это я заебался умирать. Разъебали. У меня 9 смертей. А, нет, у меня 75. Я тебя возьму. У меня деньги появились. Можешь идти, надо повысить. Опача. Нет, недостаточно. О, поздравляю. Что там? Зевс? Да. Очень полезно. А что у тебя выпало? Зевс. Второй Зевс? Да. Так, ладно, побежали. Ребята, что, горох какой-то? Не страшно. И у тебя 113 хп. Я понимаю, что тебе страшно. Но у тебя 113... Что ты появишься, я уже понял. Иди ты нахер. Это красава, что ты заебался. Всё, спасибо. Всё, я чекпоинт взял. Где там Зевс лежит? Стоп, подожди, не иди без меня. Да никит покер. Блять, ладно. Чувак. Я ничего не вижу. Я тоже. О, привет, я тебя помню. Вы кто такие? Назовитесь.
Вы глухие, что ли? Назовите имена! Никита. Неужели так сложно назвать свое ебучее имя? Постойте. Кажется, я узнал вас. Может такое быть? Вы Будет. Те, кто убили дракона? Да, да. Да вы, парни, легендарны. Входите. Спасибо. Прошу прощения за упрямство. Да вам бывает. Пошел нахуй. Давай его разъебем. Мы сможем? Не надо. Мы не сможем. Да мы не сможем все равно. Итак, полагаю, вы уже знаете, что замок был захвачен им. Им. Взгляните. Я не мужчина. Понял. Красивый. Узнаете его? Ладно. Да узнаем. Все, что вам нужно знать, так это то, что он желает заполучить магический камень. Какой? С его помощью он собирается уничтожить весь мир. Один я его не остановлю. Ты вообще меня слушаешь? Да, слушаю. Он все уничтожит, понимаешь? Я не могу пойти с вами, но я дам вам все необходимое. Спасибо. Помогу найти камень быстрее, чем он. И уничтожить его. Итак, вон там есть проход. Но туда я пустил отравленный газ. Для безопасности. Я позволю вам приготовить зелье, чтобы пройти. Что ж, лаборатория ваша. За работу. А, точно, я забыл, что это я гениальный алхимик. В общем, проще простого. По зрачкам видно, блядь. Извини, Саша, запоминаешь, что это будет. Сначала выкрути вентиль для подачи воды. Затем нагрей колбу до 100 по Цельсию. Не больше и не меньше, это примерно 5 секунд. Угу. Выкручиваем это. Ладно, сам как-нибудь эту ямочку возьму. Тихо, поджечь. Патроны. Подожди. Понял. Блядь, у меня ничего тихо, не стой, видно. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Охуенно. Для побочные эффекты. Хорошо, теперь у вас есть все необходимое. На 1 хп. Вы не будете там одни. Мой коллега Хельмант покинул лабораторию неделю назад. Надеюсь, вы его найдете. О, третья часть. Чел вышел из камеры, перебил всех охранников этим пистолетом. Когда патроны в пистолете кончались, он стрелял первым образцом танком. Единственный минус танка – долго сводится пушка. Зато он видел всех охранников через стены. Это и помогло ему незаметно добраться до главных ворот в колонии. Он перелез ворота и на оставшееся говно слепил майку с логотипом World of Tanks и обменял ее на новые паспорта. Мимо проезжавшего 40-летнего мужика на Логане. На заднем стекле у него была наклейка 1941-1945, можем повторить. А на лбу у него была наколка в виде логотипа Wargaming. Сразу после побега чел стремительно бежит домой и заебашит танки. По пути он встретил бомжа, который лазил по ништякам. «Что ты так смотришь на меня?» — крикнул парень. Бомж хотел его укусить, но побрезговал. Так как парнишка с ног до головы был покрыт танками, что и дало пиздюку шанс устроить бездомному попадание под башню половиной кирпича. Отобрав бомжа 100 рублей, он идет к банкомату, чтобы донатить на премиум аккаунт на 10 минут. За 5 минут он убегает до дома, и тут он видит, что на одном из его стульев, в том, что с пиками, уснула его собака. Не теряя времени, он залихватски прыгает на второй и с удивлением понимает, что он забыл включить свой компьютер. И тот бой до сих пор ждет. Он влазит из кустов и едет рашить по железке. И, о боже, он внезапно начинает всех выносить, пробивая все вражеские танки один за другим. Тут вот спрашивает 60-летний дед по голосовому чату. Ты сидевший вообще? Часик радости, эфир сладости. 20 лет строгача, отвечает чел. А кем сидел-то, ёпта? Чел четко, без запинок, без страха, отвечает петухом. Тут его внезапно все стали уважать. Половина противников ливнула, и сразу же другая часть не стала в него стрелять. И он сделал минус 10 фрагов. Один из его тиммейтов оказался его судьей, который приговорил его к 20 годам. И после того он слышал все, что видел. Амнистировать его, сняв все преступления. Отлично, третья часть, мне уже нравится. Идеально. Берем патрон. Мне говорит, ты выпил зелье? Какое? Иди делай зелье. Сделаем его сам. 5 секунд. 2, 3, 4, 5. Туши. Пей. Один хп. Так, я знаю. Ищи бутылку по хп, я знаю. Ты дурак? Где я найду? Не знаю, я нашел одну. Охуеть, просто. Ну, нету.
Газ нам нипочем. Да, смотри, близ. Аккуратно. Ты же выпил зелье. Хуелье. Не страшно. Я боюсь, что сзади будут зелье. Есть что-то? О, это лед, походу. Ты предупреждай там, если что будет, блядь, потому что... Пролезаешь? Нет. Ты дурак? Давай, ты первый. Что это такое? Блядь! Ебануться. Кого нет? Это жаба какая-то, сука. Я видел. Я ничего не вижу, блядь. Темно просто. Под водой видно. Только я вижу чувака какой-то. Я не вижу. Меня, сука. Это еще одна эта жаба огромная. Еще одна? Да. Стрёмно, пиздец. Вот, я нашел бутылку с Naked. В смысле, ты два раза выпил? Я, да. Сука, дебил. Ну что, какая разница? Лодка, может. В смысле, у меня 100 хп, какая разница? У меня 200 хп. Блять, темно, вообще да, ничего не видно. Надо будет прыгать, как я понял. Распышка? Выпышка. И аккуратно там, блядь, тебя разъебать всякие, эти жабы могут. Я вот контролю эти жабы, я ищу. Да похуй, прыгай, не прыгай нахуй, вообще без разницы. Стоп, я вижу чувака. Один схпаник. Я не знаю, куда стреляю. Это крокодил. Блять! Сука, заебался вздыхать уже. А? И чё, как? Я не знаю. Не-не-не. А вот здесь где-то. Бля, по этим штукам попробуй прыгать. Да, всё-таки. Блядь, ну, 100% какая-то хуйня. Обожаю эту хуйню, блядь. А что ты задом прыгаешь, это денег Роска, блядь. Какая разница, блядь. Тут оно от движений руки. Стоп, подожди. Я бы с калашом прыгать. Сейчас, к сожалению, калаша. Опять? Ну, пошел в пизду чума. Ну ладно. Лоу. Чёрт, помогите! Аншабду. Чёрт, помогите! Где-то может там поискать надо? Ну не там, может точно. Может его разъебать надо? Убей. Патрон. Какой вес? Я вот так вот. Ты знаешь по телу. Да и похуй. Что, заткнулся уже, что ли, или что? Да. Или что, что ли? Так, подожди. Стрельни ему в ебальник. Ясно. Сколько? Спасибо, парни. Понятно. Вас, должно быть, прислал доктор Виллан. Я почти добрался до камня. Но эта дверь закрыта. Должен быть... Можно что, привести? Все, блядь? Это все, что... Хоча, двойка. Я понял. Двойка, икс и пятерка. Двойка? А, два икс, в принципе, да. Угу. Так, не получится. Ладно, ты здесь все заново делался. Да. Так, значит, два. Икс. И пять. В смысле? Так, может, x2? Стоп, подожди. Стоп, подожди. Посмотри на эту хуйню. Сука. С надолбаем горе в семье, нахуй. Ты видел вообще? Нет, не видел, блядь. Ясно. Подожди, стой. Вот, видишь эти, блядь, да вот выстрели, эти вот хуйнюшки, блядь. Вот а, эти ну вот да. Скохуйнюшки, вот ты видишь? Справа по кораллам прыгай. Да ладно, блядь. Сам только что увидел, говорит, да ладно, блядь, типа знал, дохуя. Блядь,
мне, блядь. А, сначала туда, потом. Блядь, потно, ненавижу такую работу, нахуй. Ну что, нихуя нету. Ну. А, что-то я не то нажал, блядь. Еще. Это 7. 7. 25 получилось. Ты нажал 7, короче. Там еще какой-то. А, показалось? Стоп, я же не хочу в неё стрелять. Ланджак. Посмотри, какая там цифра. 12. 7, 12, это 19. Ну, самое легкое осталось, блядь. Почему рядом, блядь? 7, 12, 9. Стой. 4. А? 4. Лучше ебаш. Да то, что за снизу не ебанул, да? Должно 25 получиться, подожди. 7, 12, 19. 19... И 4, 23. Стой, отжимай это обратно. Так, 19, нам нужно 25, да? Ну. Так. Иди на ту, там где 12. Заебал. 9. 7 и 9. Тут 12, да? Да. Стой, подожди. 12 и 9. 21. Все, я... Иди убери там, где 7. Где 7, я забыл. Слева. Слева. Убери. Иди на самый последний, включи 4. Это получается 12. Я чуть не бынулся. 12, 9. 19. Ну, короче, все правильно подошло. Ну. Смотри, может открылась, ебал. Так ну вроде должен какой-нибудь быть. Стой. 7 и 9. 16. И 4. А, все, иди на низ и пятерку включи, и все. А тебя выбирай. Окей, я сел, который тут. О, выше. Отлично! Yeah. Пидор кого-то видел. Наверное, я сейчас появлюсь, иди. Давай. Я говорю, пидор кого-то видел. Почему не появился? Хуй тебе. Капец. Ладно. Ну что ж, идите и заберите эту камень. Ответь! Ты гонишь, блядь? Так, проходим дальше стадию. Блять, ты чё, гонишь что ли? Можно я появлюсь, блять? Пидорас. Я думаю, нож в руки надо взять. Пизда, так страшно. Блядь, я испугался этой хуйни. Текстурки. Смотри, сразу направо заходи, блядь. О! Да, сука! Сколько тебе крутая? Сотка. Я за лаком, блядь, заебись. Охуяна. 20, короче. В смысле? Негер. Блядь! Там, блядь, вот слева, видишь, как раз квадратик горит. Ясно. Зачем? Ну, блядь, чтоб ты, короче, не это и не это. Давай, может так. Быть так? Иди. О, мага. Иди. Что, блядь? А. У меня FPS 20. Смотри. Иди. А-а? А, блин. Блять! Ты заметил, кстати, из оружия не сфашился, походу. Потому что оружие наверх. Блять, интересно, это или это? Запоминай. Запоминай. Так, дверь, значит.
просто рандомно ебать. Сложно ебать. У меня такой. Кейс открывать. Не, здесь походу сдохну. Запомни, вот так. Это очень интересная хуйня происходит. Понятненько. Ну, блядь, тут без вариантов сюда. Да. О, блядь, мой FPS аж 15. Вот сюда. Сюда. Как будто мы проходили, нам не поверит. Опа. О, кажется, сюда. Нет. Смотри, что нашел. Что? А, ты подходишь, типа? Пизда, что-то правильный легко. Проход. А так, подожди, давай я тебе, короче, буду диктовать, наверное. Почему с третьей написано? Что? С третьей написано. А хуй его знает. Да, диктуй. Так, вперед. Вправо. Вправо. Вперед. Вперед. Влево. 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 Вперед. Вперед. Вправо. Вправо. Вперед. Пизда. Сука. This was his. Это я нашел, да? Да, да, пизда. Так. Ой, блядь. Что там? Почему я потемнел? Нет. О, что-то интересненько, что будет? Ой, бля. Сейчас, походу, будет ебаться будем с этим дауном. Сейчас будем ебаться с ИМ. Идеальным мужчиной. Ладно. Вон тут камень ебаный. Сейчас сзади создал нахуй, блядь. Сука, он будет. Тихо. Я сказал, как мы проходили. Хуя камень пиздатый. Да пиздец. Такой красный, блядь. Ну бери своей ебаной рукой. Ну бери, блядь. Мама, блядь, как мне пизда. Вот, знал. Привет. Ба, вибл сос. Ай, что мы, блядь, слишком легко было, блядь. Чёрт, надо сваливать отсюда! Так, 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 так. Давай слёп, слёп, слёп. Куда, слёп? Что происходит? Куда убегать надо? Просто... А, вон, Нига, давай, да, давай. Всё, куда, где? Куда? Где? Я ничего не вижу, Сима. Что? А? Ты в порядке? Это полная резня, друг. Они всех убили. Как мы можем бороться против такой силы? Тебе нельзя здесь оставаться. Беги. Беги в другое место. Может, в другой мир, не знаю. Человечеству конец. Прощай, мой друг. Я умер, походу, если что. Походу. Ага. Классно. Продолжаем игру? Да. Скар 20. А, пушки, я без пушек, блядь. Открывай нахуй, блядь. Заебучую. Хуй, хуй, блядь. Не понял, он, блядь, полностью все проверил. Да, открою. Хорош. Кумыс надо? Кумыс я нет, я фу. Вон, пидорас. Давай сам как-нибудь. Охуеть! Лол, нихуя, сам тебе въебал дал. Ебали бегать.
Блять, ну нихуя не сюда. Пизда, они бегают. Они просто бегают точно. Да я ебу их. Там за камнями. Классная песня. Мелодия точно. Очень. Прикинь, я с мухи промазал. Прикинул, что? Плохо прикинул. Такая музыка прикольная, мне нравится она. Корки прорисовывает. Я не вижу его. Я тоже. А, теперь вижу. Лол, я в дерево выстрелил на него. Где этот демон нахуй? Вон он. А, точно. Почему я? Почему я? А не духали мы ему хп уже сняли? Да. Пиздец. Иди пошли. А, нормально, вас хп еще. Не, мне нормально. Так, пока неплохо. Начало уже положено. Вам сюда. Опа, нос нашел. Пьем мочу. Это школьник лопает, нахуй отдыхает. Ну, иди нахуй. Дурак, короче. Вон. Они в лес метки, я ебал. Так, тут у нас кейс, нахуй. Там монетки. Я понял. Тут монетки. Смотрим. Тихо, слышу, слышу. Ты можешь снять опыт? Нет. За домом. Я зайду в каждый дом, мало ли, может, тут что есть такое. Да не надо, зачем? В смысле, может, что-нибудь есть. Какой-то базар. О, тут что написано. Требуется ведьмак. На нашей деревне засела банда тварей, которая называет себя Единая Россия. Никита, нашел квартиру с включенным светом. Да, красава. Смотрите, красава, ты... Опять их нахуй. С тобой, блядь, пиздец, нахуй. Вместе со своим предводителем они постоянно делают набеги. Воруют наше золото, убивают жителей. Попытки противостоять им заканчиваются смертью наших бойцов. Эта банда не дает нам покинуть нашу деревню. Мы вынуждены умирать от голода. Будьте осторожны, не ходите в лес. Там обитает призрак. Она была женой обычного слесаря, но затем была проклята. И после этого стала... путинской шлюхой и просто шлюхой в качестве орудия убийства любит использовать пакеты. Внимание, спасибо за внимание, блять. Все, пошли наверх. Но так где там где-то. Чуть наверху никого нет, мне страшно, блять, я стало. Опа, пиздюк какой-то. Так разъеби его, разбей его полностью, Володя. Да нет, давай чего ты. А, ты про эту квартиру? О, хата. Хата? Выбухать. Ладно. Я пидор, блядь. Опа. О, музыка. Слабо? Почему тут? Слабо так сделать? Ебаш. Хуя себе. Тиком. Я так жизни не смогу, если честно. Он, блядь, наш, играет на гитаре, да? И на скрипке, да? На скрипке, да. Не важно. Да, не важно. Окей. Хуя, тут какая-то хуя. Другая уже. Хуя. Хуя на брюки. Хуя себе, блядь. Взламывается, блядь. Нормально, мы под стол смотрели.
Беги, блядь, взламывается. Ну-ка, взломай ему лапу. О! Что тут? Монеты. Охуеть. Стой, тут какой-то барыги должен быть полюбашен. Да иди, блядь, из либа быть один идешь. Да ладно, извини, извини. Чё, тут нет никого барыги, пошли в другую сторону посмотрим. Мы там не были еще. Так, ебаная паутина. Ой. О, что-то интересное. О, нет! Тихо, тихо, молчи. А, это снова вы. Я очень сильно вас переоценил. Вы не справились. А теперь мы все платим за ваши ошибки. Эй! Эй! Подойди! Что въебёт мне нах? Быдло, блядь! Вы, я смотрю, настоящие бойцы! Это ты, походу, поест! Нам еще нужны такие, как вы! Поговорите с Франком, он сидит в столовой! Может быть, он возьмет вас с нами? Кого нас-то, блядь? Согласен. Здорово. Чувак. Он паник. Куда идти? У него, блядь... А, вон вперед. Стой, можно дверь нахуй открывать. Пошли. Не, ну, да, пошли, да. Там он сейчас что-то мне попиздит, попиздит со мной. Угу. Почему тут нет барыг? О, смотри, город. А, мы тут были. А, надо вперед после идти. Да. Сейчас нас кем-то дам. С тобой? С кем глаз базарит? С вами? Нет, вот, походу. Хочешь пойти с нами? Да. Ну что же, я хочу быть самым богатым человеком перед смертью. Принеси мне 5000 золотых, и тогда мы поговорим. Сколько нас? Отлично. И я еще кое-что. А, я нажал нечаянно. 5 км, да? После битвы я потерял свою дочь. Она была дома, пряталась от этих тварей. Я хочу, чтобы вы нашли ее. Наш дом у берега, недалеко от скал. Вот ключ. Посмотритесь там. Окей. Пойдем. Пошли. Так. О, вода. Что нам делать? Ну, походу, я думаю, надо найти лодку какую-нибудь. Ладно, давай. Короче, знаешь, куда пошли? Вон в ту сторону. И все. Подожди, а почему я... Блять, да. Здесь вот надо, блять. Далеко от скал. Куда идти там, блять? Я думаю, что надо найти какую-то лодку. Потому что надо переплыть, типа. Не знаю. Далеко от скал. Может, где-нибудь здесь пойти? А может, туда пойти надо? А, походу, надо прямой, наверное. Угу. Вполне возможно, вере открываться. Угу. Да, вон, походу. Что вон, там? Вон скала, вон дом. Так, аккуратно. Возьми лучше там пистолеты. Я взял. Вон три хилки, нихуя, что-то много, блядь. Мне это пугает, на самом деле. Ну, что давай. Это попахивает в задницу. Ну, захильте. Ты фул? Ну, 91 хп. Я фул, ебаш. О, негев. Аук. Ведь. Ну не негов этот, два срубить. Нормас. Максим, может я Максим возьму? Бери. Все готов. А ключ. Какой ключ? Опа, не понял. Не открывается. Не, походу все-таки я думаю. Походу нет. Я помню, вместе с патроном мы не тратим. На дырку надо разбить. Это было бы логичнее. Или... Типа по скалам. Нихуя. Или может по дереву? Нет.
точно. Так. Ну, по-любому сюда. Так. Я походу понял, в чем здесь замес. Ребята. В чем? Помнишь, как мы вначале проходили, там в одном из домов плакал ребенок какой-то ебучий. А, ну. Походу туда надо идти. А, ну может быть сейчас тебе любой. Давай, я бегу. Какой хуйня, блядь. Где он там плакал, блядь? О, в том доме, блядь, это чмо лежало. Так что тихо говорю. Можно перепрыгнуть. Вот, ты дебил. Ты что, даун, блядь? Ты тут пойдёт? Чувак, я пришел помочь. Блин, он поза лежит. Типа, о нет, моего батю убили. Ну поздравляю, блин, пошли домой. Сука. Даун. Иди нахуй, короче. Итак, я открыл наверху этот дом. А, вон, блядь. Вот, и тут... Ну, я просто бегал, искал, смотрите. Короче, мы нашли дом. Да, дом нашли, я не знаю, я плохо всё вижу. Он сказал, вижу, типа, осмотрите здесь. Что именно смотрите? Как, если не видно? Я ебу. Сейчас будет что-то страшное, по-моему. Они пытались выломать дверь, но, кажется, теперь ушли. Мне страшно. Я услышала крики наших солдат рядом и решила, что это мой шанс выйти и убежать подальше. Я побегу в лес и найду, где спрятаться. Люблю тебя, папочка. Так. Пиздовали в лес. Пошли. Не, пиздовали к этому чуваку, Саша, на в лесу, а потом пиздовали в лес. Ну, пошли. Вообще, лес я тут вообще не вижу. А мы где были в этот раз? Чувак, там, где дождь шел. Чувак. Тебе похуй, он все дождь, но поел. А все равно. Так, а, да, он там лес. А, вот что там, хилки, хуилки. Окей. Совет только лес там один. А вот у чувак вот, а этот веселый парень. Хм, странно. А дальше-то некуда идти. Да, кстати. Короче, я надо где-то в лесу искать эту шлюху. Опача. О. Капец. Ясно. Я же вижу, что сюда дверь, я не там. Походу. Что, не хочу туда заходить? Телепорт. Ага. Релли. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Блять. Это сила. Ее называют ярость. Есть только один недостаток. Я не могу ей делиться. Вы достаточно сильны, чтобы быть на моей стороне. Но я слышал, вы убили моего питомца. С вами я поступлю так же. А где ты это видел? Нам похоже будет... О, нет, только не это. Блять, у меня патронов нет. Пулемет. Ебать. О! Вам меня не остановить. Сука. Чем? Не знаю, сожрал. Гниды. Где? Умри. Сзади. Я не вижу. Вам меня не остановить. Я кто-нибудь зажал. Умри. Пизда, идем с какой осталось. Вам меня не остановить. Они просто взрываются. Мы сами взрываются. Блять, больно. Меня хмуро взрывают. Гниды. Позади. Умри. Просто бей. Не надо оставить. Гниды. Сука, да, я... Что за пидоран? Вот меня не остановить. Все, я потом запущусь. Они, ты тут должен лежать. Гниды. Куда ты сбежал? Не знаю, в это здание мало. Умри. Он сам взрывает, не стреляй. Вам меня не остановить.
У меня патроны кончились. Умри. Я бегу. Куда? Гниды. Не, это плохо, что мы здесь застряли. Сейчас нас там заживет просто. Нет, я потом... Ой, меня не остановить. Ай. Что нам сделать надо? Ждать, наверное, пока. Гниды. Я застрял. Умри. Зачем ждать? Это призрак этот ебучий, нет, надо убить его. Вам меня не да ладно. В смысле? Ну ладно, я не знал. А? Умри. Я не столько уже патронов сделал. Нет, патронов. Вам меня не остановить. Блок есть? Нет. На блок. Блядь. Вам меня не остановить. Блядь, его лицо куда-то. Блядь. Ты что, взорвался, блядь? Сука. Я не знаю, как мне с ним поедать. Кар? Автор есть? Ты хилки все потратил. Меня остановить. Что он думает, блядь? А что ты убегаешь, блядь? Если не убегаешь. Убил? Да. Есть, да, дичь. У него, кстати, мой аук забрал, прикинь. Крыса. Тихо молчи. Нет, в скобочках. Пизда, он сам все делал, приколел. Один, блядь, ответь. О, музыка, блядь. Скрин. Нихуя. Да, много. Пизда, ты чё, дурак? Зачем? А? Witcher 3. А, ну вот, с английской только озвучка помогает. Это озвучка. Стейкс. Мы дали из Дикастл. Фейсбук, ты чё? Класс. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо STX за эту карту. Это просто нечто потрясающее. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал, ставьте лайк. С вами были Никита Блуд и Манго. Всем пока, до скорых встреч. Всем пока.